Hola, mi amigos! Сегодня с вами Вакод, и по невероятной случайности подведение итогов конкурса совпало, собственно, с нашим, скажем так, юбилеем 30 тысячами подписчиков. И поэтому я решил это дело объединить в одно видео, такой себе подкаст, крутой подкаст. Ну что ж, начнем, пожалуй, с конкурса. И, будучи с вами откровенным, я, скажем так, не руководствовался тем, что вот сделаем конкурс, там супер-мега-офигенно красивые арты понаделать. Нет, я больше руководствовался тем, что, мол, заставить людей подняться с уютного кресла и попробовать сделать что-то своими руками. То есть самодеятельностью заняться немножко. Ну, то есть саморазвитием, возможно, показать, открыть себе новые таланты. Но на самом-то деле я был поражен, потому что работы были более чем достойные. Действительно, там очень мало плохих работ. Ну, конечно, встречались люди, которые, типа, мол, пытались найти в гугле фотографию, а потом сказать, что это, мол, это я сделал. Я, типа, такой дофига крутой чувак. Но, действительно, просто невероятное огромное количество прекрасных, четких работ. И на самом деле их было настолько много, что я специально написал разработчикам игры и с просьбой дать мне еще парочку ключей. И так получилось, ну, на самом деле, не совсем так, как я это планировал, но все же у меня появилось два дополнительных ключа. И как теперь это будет выглядеть? Два ключа просто с доступом в ZPT я дам двум МСЕ, которые займут третье место. Но это все спойлеры, потому что вы увидите это через пару минут в видео. На первом месте я дам вот такой набор. Точнее, вот такой набор. Вот. А на второе место я дам вот этот набор. И мне кажется, это даже лучше, чем просто ключи, потому что это же наборы, донаторские наборы, которые дадут вам, помимо всего прочего, еще и голдишко, дадут крутые раскраски и дадут, собственно, там, не помню, там вроде еще аватарка какая-то или что-то такое. Но суть в том, что это круче, чем просто доступ, не так ли? Ну вот, батя все сделал. Ну что ж, давайте приступим, собственно, к третьему месту. Как вы помните, у нас на третьем месте два победителя. И на самом-то деле, на третье место я просто хотел чуть ли не каждую вторую работу поставить, но на самом деле это было бы нечестно по отношению ко вторым, которые победили, потому что, как по мне, ну не считая первых призовых двух мест, не могу сказать, что там все остальные плохие, но, наверное, самые такие, которые зацепили лично мою душу. И чтобы не быть совсем глупеньким, я прочитаю их имена по очереди и покажу вам вот здесь их работу. Первое у нас это Александр Мамай. Ему 26 лет, и это просто... О, я не знаю, это действительно его работа, то есть все проверено. Ребят, ну... Круто. Ну, на самом деле, в чем фишка? Потому что много не совсем поняли идею вообще конкурса и начали делать обычные автомобили или баги, которые... Там была очень хорошая работа, если сейчас не совру. Вот она. Ну, прекрасно. Ну, ребят, ну это баги. Ну, ребят, ну это одна пуля, и ты в кастрюлю. Блин, серьезно, ну это ж все... Ну, это как это зомби-апокалипсис? Да тут даже без зомби-апокалипсиса ты сдохнешь от первого камня в лицо. Ну, серьезно, работа, серьезно, крутая. Но это не победитель. Победитель Александр Мамай. И второй победитель у нас Егор Карманов. Надеюсь, я правильно прочитал все. Пожалуйста, хоть бы я все правильно прочитал. Ему 18 лет. И эта работа, ну, не то чтобы она, как знаете, детализированная. Просто это что такое высокое, теплое. Ну, это огнемет, тепленькое, правда? Но на самом деле она просто какая-то такая... Ну, что-то в ней есть. Что-то такое, что меня просто... И я не смог удержаться, я отдал ему третье место. Ну что ж, давайте поехали следующее. Второе место я отдал просто невероятной работе 15-летнего парня. 15-летнего парня. Вы сейчас думаете, ну, 15 лет и 15 лет. Но вы просто еще не увидели, что я сейчас вам тут покажу. А это чудо. Это... Серьезно, это великолепно. И автор у нас Ростислав Кульбида. И вот его работа. Я оставлю вас. Посмотрите. Ну что ж, первый подарочный набор мы уже отпустили. И остался еще один, самый крутой и самый-самый эпичный. И на первое место я поставил просто...
работу, я не знаю, это... Так вот, что же это за работа? Работа 16-летнего парня. Но такая работа, вы даже не представляете. Не знаю, я как только увидел, такой, слушай, полюбасу скачал с интернета, фу, читер, мудак. А потом, думаю, попрошу-ка его, типа, сфотографировать на бумажке, или, типа, ну, чтобы просто удостовериться. И что бы вы подумали, он это сделал. Зашел его на страницу, у него еще больше офигенных картинок, ну, в плане, в общем, там, знаете, там, много чего нарисовано. И звать его, барабанная дробь, Дашкевич Андрей. Я типа так беспально посмотрел в список, потому что на бумажке все написано. И вот его работа. Круто! Ну разве нет? Это. Смотрите, там даже вот, сейчас, вот тут написано снизу для Вакота, типа, видите? На этом. Ну, как его? Типа. На палке, типа, разбитый знак, а там написано для Вакота, типа, крутняк. Не знаю, короче, невероятно круто. Дружище, самый крутой пак твой. Главное мне их не перепутать, потому что у меня ключи смешаны, и так, типа, будет неловко, если тебе скину другой ключ, типа, меньший пак. Но неважно, главное, что доступ, все дела. Но, так вот, я сами со всеми свяжусь, господа победители. Может, не сегодня. Но свяжусь в ближайшие пару дней и отдам, вручу, ну, так сказать, торжественно, с фанфарами. Ну ладно, без фанфары, без торжественного, но просто вручу вам ваши заслуженные подарки. И респект вам и уважуха. А также те, кто все-таки не смогли победить. Действительно, работ было невероятное множество. А вы, господа, на ютубе, которые не участвовали, очень вам советую зайти. По ссылочке там в описании будет альбом, в котором вы можете посмотреть все работы. Там очень много достойных, годных работ. Поэтому, ребятки, заходите, смотрите. Я, честно говоря, так удивился. Потому что, ну, знаете, типа, думал, будут какие-то типа а-ля каляки-маляки. А там действительно, вах! Так что, спасибо, ребят, что вы у меня есть. Ну что же, теперь, собственно, вернемся к основной причине этого подкаста, именно к 30 тысячам человек. Ребят, нас 30 тысяч. 30 тысяч, Карл, ты понимаешь? 30! Это не 20, это не 15. Или, боже, как я радовался, когда у меня была первая 1000 подписчиков. Такой, вау, вау, 1000, а сейчас так... Их уже 30, ребят, вы просто представляете, насколько нас много. Нас, потому что на самом деле Вакот Industries — это Industries, это компания, это, по сути, планировалось как одна большая компания, там, где каждый из вас, по сути, и есть Вакот Industries. То есть вы часть этого канала, потому что без вас этот канал ничто. Вот, поэтому любые рубрики, подкасты, ну, то есть, подкасты, боже мой, что ты меришь. Так вот, любые видео, любые игры, в которые играю, они идут с упором на ваш отклик. То есть, если вам нравится, оно продолжается. А если не нравится, как с Fallout, то он просто потихоньку вытесняется другими проектами. И так и должно быть, потому что это как-никак живая конкуренция даже среди игр на канале. Потому, ребятки, я очень благодарен вам за ваши комментарии, за ваши оценки, лайки, дизлайки, потому что от них я могу строить свои идеи и планы на будущее канала. Поэтому, ребятки, если вы смотрите ролики, смотрите, не знаю, ВКонтакте, заходите там, кстати, очень много плюшек, это типа микрорекламка, заходите в группу ВКонтакте, там у нас типа видео выходит раньше, чем на Ютубе. Вот я ублюдок, правда? Так вот, о чем же я? Слушайте, я сбился. Короче, спасибо вам, что вы у меня есть. И, кстати, на самом-то деле, я бы еще хотел вам кое-что прочитать. Когда я был маленький, ну как маленький, мне было лет 14, может 13, я однажды услышал такой стих. И этот стих, собственно, повлиял на меня, ну, как по мне, в хорошую сторону. И поэтому я, наверное, хочу поделиться
им с вами. Потому что, знаете, все мы все-таки люди, и мне кажется, лишние знания, лишние идеи, лишними не будут. Что ты несешь? Что за херню ты мелешь? Ну ладно, ребятки, я все-таки, пожалуй, прочитаю, потому что я его не могу запомнить, он слишком большой, а я слишком ленивый, поэтому надеюсь, вам понравится. Стих был написан Киплингом. Перевел его на русский Маршак, но перевел настолько отлично, что, знаете, мне кажется, что он даже стал лучше, чем в оригинале. То есть, действительно, тут некие такие афоризмы появились, которых в оригинале я не видел. То есть, действительно, просто невероятно. Стих называется «Если». Коль вы уже знаете этот стих, тогда мое вам почтение. Но всем остальным, которые его еще не слышали, я его все же прочту. Потому что очень часто, когда мне хотелось, знаете, просто опустить руки и уже забить на все, этот стих как-то возвращал меня обратно к жизни. И поэтому я решил прочитать его именно вам, господа. Ну что ж, приступим. «О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и в несчастье, которым в сущности одна цена, и если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, может снова без прежних сил возобновить свой труд. И если ты способен все, что стало, тебе привычным выложить на стол, все проиграть и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел. И если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит «держись». И если можешь быть в толпе собою, при короле с народом связь хранить, и, уважая мнение любое, головы пред молвою не клонить. И если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, земля твоя, мой мальчик, достояние, и более того, ты человек. Ну что ж, господа, и по сути на этой ноте я, наверное, пожелаю всем нам, мне тоже, собственно, быть именно таким человеком, как, собственно, просто быть человеком. Поэтому, ребятки, спасибо, что смотрели, спасибо, что вы со мной, я вас всех очень люблю и уважаю, так что желаю вам, как всегда, удачи. И adios.